Так, друзья, мы едем на машине. В каком-то лесу. Я могу вертеть камерой. Давай. Так, заглушили мотор. Давайте-ка мы изменим с вами звук, а то слишком орёт что-то. Давайте на двоечку, да? Как думаешь, Никитос? Мало будет или нет? Так скажу, у меня в двоечке всё орёт, ну, понимаешь? Двоечку нормально, двоечку сделали, я думаю, нормально будет. Так, ну что, друзья, давайте оглянемся. Это здесь. Он говорит, это здесь. Трюх, ты идешь, просто ходи. Я уже иду. Да, я начинаю идти, давай. Начнем ходить с тобой. Слушайте, все так прикольно сделано. Мне там нравится. От мух он так, слышишь, откидывается. Это пизда, Андрюх. Ты идешь уже? Слушай, какой-то особняк. Да, так, ты подходишь, да уже? Нажмите В, проверьте поставленную задачу. Давай. Найдите меню. А, Мию. Найдите Мию. Хорошо, давай найдем Мию. Никитос, ну пошли что, Андрюх, искать поехали? Мию. Я иду, и я, короче, подхожу к воротам, я и тоже. Мне уже просто очково. Слушай, нажимаешь пробел, он руки вытаскивает. Подожди, да, а я знаю, пойду это не к воротам пойду. Shift нажмите, чтобы бегать. Не к воротам пойду, а пойду левую сторону. Хочу посмотреть там что. Так, блять. Можно открыть можно в фургон. Давай. Так, какую-то нашел я некий газетку. Где? Присоединяйтесь. Куда присоединяйтесь? Аллигаторы в канализации, 17 серия. Предполагаемый проект. Прокрадитесь в мясной дом с привидениями. Что-то фигня какая-то. Я убавлю зуб малейший. Так, давай. А ты там ворота не откроешь, Андрю, как я. Так же. Прими в дар. Ну я... А, ну видишь, я пошел, значит, в правильную сторону. Да? Лол. Да. Мы идем в каких-то кустах здесь, блядь. Мухи какие-то, непонятно. А в какую сторону ты пошел, Андрю? Налево. Там одна же сторона, не? Налево я ушел. Налево? Да, дошел до ворот и вот налево ушел. Серьезно? Дед какой-то ходит, слышь? Подожди меня, пожалуйста, Андрюх. Там дед, сука. Подожди, я хуй. Налево сразу пошел, да? Да. А, вижу, спасибо. Бегай. Я бегу. Сейчас, подожди меня маленько, секунду. Я бегу. Там в газеты. Фургон можешь открыть. А, там что есть? Газетка. Такое? Газетка там только. Так, сюда мы, я так понимаю, друзья, с вами не можем пройти. К этому полотну. Потому что здесь заканчивается карта, я так понимаю, да? Блин, придется идти что там? С этим дедом. Подожди, где дед? Я не вижу деда. Там дед. Сейчас, я бегу. Мухи. Дедуля, ты где? О, дед. Дед, аж говорю. Здорово, братан. Как жизнь молодая, нормально? Давай, может, не будем этот драться. Чё? Это кто? Блять! Что это? А ты чё, дурак, что ли? Это чё за хрень? Блять. Ты ж. Это ноги. А куда дед ушел? Не знаю. Это ноги, что ли? А ты за дедом пошел? Да. Блять, это реально ноги. Блять. А тут трупы. Давай присядь. Ой, вы. Фу, придурки! Испугалось. Так, дальше идем. Ты что предупреждал? Да, что тебя предупреждать? Я не хочу тебя предупреждать. Это Resident Evil, друзья. Напоминаю, 7-я часть. Андрюха, ты головной, у меня сердце болит. Бля. Слушайте, это прям она по-новому прям сделана. Предыдущие серии Resident Evil были совсем другие, друзья. Совсем. Я звук убавлю, я боюсь. Блять, я просто очкую. Я около дома какого-то. О, костерчик, шашлычка. Подожди меня-то, ты меня-то подождешь? Сумку нашел. А, ты тоже у него? Водительское удостоверение. Водительское удостоверение. Техас. Походу я нашел удостоверение нашей спутницы. Как сказать. Да? А ты в дом заходил? Вот, около дома хожу. Осматриваюсь. Давайте мы. Я тоже около дома. Осмотримся пока. Я просто уже боюсь. Так, сюда нельзя пройти. А можно я херню буду нести, когда мне будет страшно? С настройками... Я походу в дом сейчас зайду какой-то. Графики, я думаю, мы да, с вами я еще в дом захожу. Поиграемся, друзья. Мы с вами еще. Но Андрюх! Не в этой серии, да. Ради... Этот, я, короче, захожу в дом. Я слышу какие-то темно, шаги. Тихо. Раз. А как мне фонарик? Два. Три.
Закрыл. Кто меня здесь закрыл? Я тоже закрылся. Андрюх. Так, фонарик у меня. Фу, с богом. У меня тоже фонарик. Я открыл дверь. Открыл еще дверь. А как мне открыть дверь? Блять. А? А у тебя, в смысле, у меня сама... А дверь? FFFFF. Там будет дверь у тебя одна. А, всё, всё, понял. Она закрыта! Блять, я в западне, походу. Дэм. Чёрт. Что такое? Чёрт, говорит. Так. Блять. Слышь, как мне войти? А, вот, дверь. Давай. А, блядь, я в демку, в кулак. Когда в демке был игры, в демку играл, я был вот в этом доме. Но только начало было. Чё за хуйня? Вы слышали? Вот именно, Андрюх. Ты это слышал? Более 20 человек пропали. Чё ещё раз? Если за 2 года. Пиздец, Андрюх. Чё? Это я в доме, я иду прямо, и я слышу шаги. Где? А ты сейчас где? Именно. Я прохожу, и именно вперед. Ящик. Я что-то взял. Какую-то рваную фотографию на маленькой девочки. Андрюх, ты около второго этажа, нет? Ты на втором этаже? Нет, я на первом пока. А я на втором иду. Ключ нужен ключ. А ты чекаешь тут все? Более 20 человек пропали. Ну чуть-чуть. Без оси за 2 года. В этой игре Никит, надо чекать каждый угол. Да? Ворона в микроволновке, блядь. Съебись. Пол. Кто хочет ворону? Покушать ворону. Шашлык. О, сохранялка, Андрюх. Слышь, тут что это такое? Андрюх, тут сохранялка. Сохранялка есть. Он автоматически сохраняется. Вроде бы. Если не ошибаюсь. Ну вот, нет. Наверх на второй этаж подними. Понял. Да я тут чекаю на первом этаже все. Ты же не чекаешь ничего. А я хочу посмотреть. Андрюх, ну зато я... У меня сердце уже болит. Просто я тут очкую так, что... Давай откроем вот эту дырку. Ноль эмоций, смотри, проверяй, просто у меня ноль эмоций, я просто иду я не пойму, и вот, не кричу. Я вот... Проверяй. Я так понимаю, то, что главный герой наш потерял свою спутницу где-то в этом доме. Это не точно. Это не точно, да, это мы еще проверим. Да, и какой-то дяденька был, и вот я чувствую, сейчас я выглядываю направо, а и он дяденька, вылезает. А дяденька, я так понимаю, раз, хозяин этого дома, да? О, Андрюх, девушка. Тебе страшно, а честно? Девушка красавица. Мне честно, я сейчас обосрусь. Блядь, что за хуйня? Блядь. А, во, Андрюх, нашел. Да подожди ты. Там, хочешь, там, короче, дверь открываешь, и там у тебя работает телевизор. Нам не дали? Телевизор. Мне не дали поиграть на пианино. Телевизор. Короче, здесь надо искать все. Все надо искать. Похоже, это владелец. Да, вот он, этот, короче. Жена его и двое Андрюх, детей. К телеку. Андрюх, к телеку подходи. Тихо. Кассета так, какая-то. Дверь, понял. Чё-то я не пойму тебя пока что. Короче, какая-то... Лол. Тихо, Андрюх. Кассету на втором этаже подбери. Ролик какой-то. Я смотрю какой-то ролик. Дед, давай... Около дома, Лубуси, Андрюх, чувак. Ты этот? Андрюх, ты взял этот пленку эту? Нет, я типа только поднимаюсь к телевизору. Поднимайся, потом увидишь, там ролик будет. Я ролик смотрю. Я, короче... Так, нужно электричество, мы... не работает, мы... я понял. Мы сейчас идем втроем в этот дом, также. Да. Давай сохранимся, вот. Давай. Берем кассету. Андрюх, можно я расскажу маленько то, что мы сейчас, то, что я сейчас делаю? Короче, ты сейчас берешь этот кассету, открываешь потом дверь внизу на первом этаже, и дверь. У тебя запись идет. А, запись, ну я понял, это у меня за... в темке у меня было это. Только у меня вот, было там сейчас... по-другому совсем, а не так, как здесь. Вот, да подожди, так, вот, он сейчас, короче, кассету, дверь будет. Давай. Да, и жди, сейчас ты будешь идти. Так, вставил кассету, давай. Угу. Поехали, давай. Дверь загружается, кассета. Смотрим, друзья, давай. Детство, совсем куда все по-другому, не так, как в предыдущих Resident Evil. Отвечаю, это слышь? Все другое. Дверь мне сделал, так, блядь. Так, слушай, смотрим. Бух. Он тут... Че, испугал, что ли? Где ты? Отвали, блядь. Эй, я работаю только с кровью. Не читай, я это не читаю, блядь. Заботиться, чтобы... А то будет... Как тогда? Может, хватит? Погребанных ублюдков, вот еще. Идем. Короче, пацаны, пусть... Ничок! Андрюх, слышишь, пропускай их первыми, потому что я очкую сам, вон они, вон они первые. Не, я пойду первый, нам. Новый план. А ты первый не пройдешь никак.
Так, давайте, давайте, тут, давайте смотрим. А, типа экскурсия. Около этого дома. И они решили пройти и посмотреть, что у него находится. Я понял. Давай. Блять. Пляшу от счастья. Давайте, мужики, че вы еле идете? О, баланда. Садрова. Мужики. Друг, ну это жопа. Честно, ну что, это жопа. Мотор? Мотор, поехали, друзья, давайте уже быстрее. Блять. Ты прошел друг дальше? Да нет. Проходишь? Иду, иду. Хуяк с ноги, с ноги ёт. А, он красавчик, так... чувак. Он на тебя такое убивает? Ну да. Ты же меня... Не ждешь меня, не чекаешь ничего. Андрюх, сейчас их херешь. Тут один пропал уже. Да хрен на него, не надо мне рассказывать ничего. Ну я же буду кричать все равно сейчас. Твою мать, я между прочим был телеведущим. Помощником ты был. Чего-чего? Ничего, бля. Я вот боюсь. И поговорили, короче, нормально. Поговорили, ребята? Рассвети меня, Андре. Заброшенная ферма, пропавшая семья, возможно, убийство. Все как всегда. И сколько лет? По твоим словам, здесь уже никто не живет. 3 года. Клэнси, сними вот это, отличная перебивка получится. Так, это так страшно, чисто. Кастрюля. Борщ? Борщ, блядь. Там это, там баланда, слышишь? Борщ, нормально все. А вот, вот. Борщ, горе, ой, бля. Мне нужен борщ. Да а слышу, вот, слышу я, братан. Кровь, дверь, ты первый, братан. Чувак, отойди, дай пройду. Ой, чёрт. Чё, ты в говно вляпался? Блядь, Андрюх. О, чёрт. Хорошо, что у меня прививки сделаны. А если не сделаны, то чё? This make a great backdrop. Andre, what do you think? Думаешь, а? Слушай, мне нравится он. Андре? Андре? А ты, а его вышли, да, уже его? Андре, ты где пропал? Ты слышишь, Андрюх? Где пропал Андре? Андрюх, Андрюх, ты видел, куда пошел Андре? Where is he? Блять, неужели ты, пацан, понимаешь? Fucking believable. Серьезно? It's the last time I work with that guy. Да, Андрюх, вот сейчас вы будете искать. Нормально тема? Я просто понимаю, что дальше будет, я не хочу эмоции твои. Да не скажу, чувак, я далеко. Я рядом с тобой, братан. Давай. Понимаешь, он что-то делает, ищет. Слушай, а если меня в спину кто-нибудь ударит, блядь? По голове по моей, по макушечке моей. Ты чё за херня? Ты это слышал? Слышал, блядь. Тихо, подожди. Там... Дудос там упал, пацаны. Любому. Андрей! Блять, Андрюх, это пизда. Где он, черт побери? Это тупо пизда, Андрюх. Ты сейчас охереешь просто. Задолбал. Давай, братик. Андре. Так. Ты задолбал так просто... идти еле-еле. Дудос, блядь. Не, Андрей, наоборот, его похитили. Нам нужно его найти. Ну сейчас по снимку, как понимаю. Нет, тут дебил этот еле идет, блядь. Ты первый! Хочу, что ты снял. Нормально, братик, ты меня предал, конечно. Какого черта? Давай, братик. Фига себе, открылась дверца. Давай, с богом. У меня ноль эмоций просто. Ты дожди там меня-то потом. Ты где? Я вот лезу в маленький такой, окошечко маленькое открылось. Давай, короче, смотри, сейчас, короче... О, вот Андрей. Андрей? О, Андрей, здорово! Андрюха, здорово! Не, Андрюх... Андрюх пока нету. Андрюх, я подхожу к нему, ладно, готовься. Братик. Я спускаюсь вниз, короче. Все, чувак, я первый. Давай, 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 спускайся быстрей. Братан! Пиз... О, Андрюха! Здорово, братан! Че, давай, Андрюх! Давай. Ой, блядь! Слушайте, ребят, он зомби, ты понимаешь? То ли... Блядь, дед идет, блядь! Дед, сука! А чё, тот-то скинул, что ли? Не по-пацански, блядь, не по-пацански. Всё, что ли? ГГ? Ладненько, всё, я всё. У меня видео... Боже. У меня тоже, Андрюха. Кончилось видео? Да. Так, давай дальше думать, что нам надо делать, Никитос. Андрюха, короче, смотри. Я уже брезгую, но как-то рычаг... О, подожди, что нет, рычаг
краны открывать, Никитос? Я так думаю. Нет. Ну, давай, нет, давай, давай, давай. Открой ему глаз. Подожди, а где рычаг? А где рычаг? Подожди, какой рычаг? Где? В камине. А, вот, давай рычаг. Нам сейчас надо туда вниз спускаться, слышишь? Давай, подожди меня, я рычаг открываю. Нет, рано спускаться вниз, надо... Я видел в демке то, что там можно подняться было на чердак. Я да насрать, а да. Когда я играл в демку, надо было подниматься на чердак. Нет, я пойду посмотрю. Да? Да. Но давай, надо Андрюх, было а найти... Можно... Ключ надо было найти. Андрюх, а можно этот, я когда пойду... Ну, сейчас вниз к Андре опять его, зомби этого. Давай делать уж. Я... Вместе все. Покричу. Давай уж вместе делать. Я очкую, пиздец. Ну, а дай вниз сразу, чтобы какой-то экшен был. Я хочу экшен просто уже, кричать хочу. Подожди с своим экшеном, видишь, что-то я хочу... В этой игре надо чекать все, чтобы не пропустить самого важного. Понимаешь? Да. Ну, я так понимаю, в этой в новой полной версии нету этой... ключа этого, поэтому пошли вниз. Идем? Да, сейчас дойду. Давай, братан. Дойду только. А до можно первый спущусь? Просто я буду ноль эмоций. Хочешь? Давай. Давай, я братан, спускаюсь. Я спускаюсь. Спускаешься, все? Да. Я тоже. Все так прикольно золотые сделано. Там видит, как он пала спускается. Блин, твою мать, упал, придурок. Ты тоже упал? Ага. Хорош. Я тоже упал. Вот че. Все, братан. Ты как гашечка, упачечка. Так, мне в стиме пишут, но это ничего. Все ерунда. Слушай, я в каком-то подвале, бля, непонятно. Я тоже? Это пизда. Офигеть. Андрюх, ты слышишь это, как его? Звуки эти, понимаешь? Ой, я тоже плаваю. Поплыли, блядь. Okay. И не грамма золота. Там видно, как он перемещается. Все четко. Пока что мне нравится эта игра. А я очкую. Вообще, я блядь, что булькает? Что булькает? Кто пукнул? Кто пукнул, блядь, в воде? У тебя тоже булькает, да? Кто-то пукнул там, слышь, Никита, в прибыл. Да, это мы, блядь, просто постели с подливой. Слушай, там дверь. Блядь! О, я понял. Ты не дурак, блядь, бус. Дурак, что ли, блин? Пукает и пугает меня еще. Твою мать. Вообще, босс. Гребаный ублюдок. Дверь. Я дверь открыл. Открыл дверь? Я осмотрюсь. Так, открывай. Давай, братан. О, тубзик, Андрюх, посрать можно, братан. Тубзик, можно, да, можно посрать, давай. Давай посрём. Давай, братан. О, там шприцы. Так, какие-то... Чё это за херня? Блядь. Ой, бля. Так, какие-то ну, рисунки давай здесь. Детские, я походу готов, мама. Какая-то мембрана, не понимаю. Пентаграмма, ёпты. О-о-о-о. Шприцы там. Кололись. Андрюх, там кто-то лежит. Там кто-то лежит, бля. Спит? Да. Брат? Давай его ушатаем. Братик. Где? Мия? Это Мия лежит наша. Да вот именно Мия. Надо ключ нужен. Надо налево идти, а нужен налево ключ? По-моему дудос стоит. А, вон, нашел. Где зачем ключ? Нам нужен? Нам не ключ нужен, нам нужны болторезы. О, да, вижу. Вот сейчас смотри, ты ее выпускаешь, и она мертва, наверное, давай по-любому. Давай попробуем нет? Это самое вскрыть, да? Я вскрываю уже, брат. Давай. Кто-то за мной идет. Бля, я слышу шаги. Братик. Мия. Мия. Малышка, я бужу. Малышка. Мия. Слава богу, я тебя нашел. Это я. Ты там. Итан. Ты в порядке? Да, ты сюда пришел. Зря ты сюда пришел. Ты что меня позвал? Кто нашу девочку обидел? Сейчас мы там на костыляем. Сейчас мы всех лево-правой. Сейчас мы за тебя ответим. Слушай, что такая, да? Ой, блядь. Ой, сейчас будет жопа. Радуется у меня. Да, братан. Давай. Андрюх, ты идешь за мной? Да. Ты идешь, братан? Я тоже иду. Это ты меня ведешь. Да. Нормально. О, дай я жопу посырю. Так. Блядь.
пропала мне. Мне нужно три просто года? Ощущение, что, я. Правда, 3 года. Ну прошло? Иди, дура, иди. 3 года, давай. Она здесь уже че. 3 года здесь уже она. Ну и ладно, пусть он убивает. Ладно, пусть нас не трогает. Серьезно, он кого-то смотрит. О! Придурок! А что там? Что она там увидела? А если в спину сейчас там увидишь, попадет? Братан. Что за место? Нет никого. Что нас сыт? Не сейчас, сначала надо отсюда выбраться. Ну иди давай, выбирайся уже, что ты ждешь? Экшен давай какой-то. Раком встала передо мной, блядь. Так, вот давай смотреть. Андрюх. Давай смотреть. Она, тут, она слышишь, так тут, дышит прям. Тут пытали она просто так по-любому. Мне дышит. Слышь? Да вот именно. Гейба. Здесь или Гейба. Они сцены, говорит, сука. Мия, нам надо поговорить. Я когда увидел твоё... Чего? Мия. Она сама с собой разговаривает? Ладно. Почему сама с собой с ним? С кем? С кого ты играешь? Блядь, Андрюха, она нас ведёт в... Мария, в баланду к этому зверю, понял? Ну она в курсе, наверное, куда идти. Я так думаю. Ну она... Не, я проверяю просто сейчас. Мия, ты точно знаешь, куда идти? Ну, они здесь. Мне иду, я вспомнил. Они? Здесь кто они-то, блядь? Кто мы-то? Кто мы? Мы тут вдвоем, алло. Мы неймы. Они ноунеймы, некид. Бля. Давай, поехали. Не, не застрял? Толстая жопа, еле как прошел. Ну. Я иду за ней. Простите, я иду за ней. Давай. Вот, пошли. Давай, да. Давай, давай, давай. Открывай дверь, давай, давай. После там, давай, открывай дверь. Кто-то там, открывай. Давай быстрее. Мы на месте, ну открывай. Всё, она открывала. Хорош. Фига себе, диванчик, слышь? Всё как да. Надо здесь, как в квартире. Серьёзно теперь. Закрывай дверь. Ну, Андрюх. Не, сейчас закрывай. Она не закрывается. О, чё-то нашёл я. Ой, блядь, дура. Бля. Бабка какая-то, мы станем одной семьёй, раз. Бля, какой семьёй, дура? Ты что, дура что ли? Она что делает? Здесь есть другая дверь. Ты куда ложишься? А ты, где? Она походу устала. Ты что, дура? Вставай нахуй, тё. Чё? Слышь? Ух, игрушка она там какая-то. Вставай, алло. Я подошёл к ней. О, я тоже. Нам отсюда выбраться. Надо отсюда выбраться. Побудь пока здесь, ладно? Я пойду осмотрюсь. Ой, дурак. Чё один-то, ём, один в поле, ты не воин, слышь? О, ты именно, ну давай, братан. Ну, ой, игрушка. Я говорю, игрушка. Давай, брат. Кукла. Кукла Маша. Кукла. Кукла, да. Кукла. Ну я, бля. Кто? Кто нашу тёлочку спёр? Не я. Её спёрли. Беги, ты чувак. Ты это слышал? Её украли, бля. А куда её украли? А, вон. Понимаешь? Кукла Зина, кукла Маша и Андрюх. И Полина. Ты идёшь? Я уже наверху. Идёшь? Какого хрена? Как быстро да, он так ушёл? Карта гостевого домика. О, давай, карта. Брат. Открыть карту, В. Я... Ой, бля, о. Теперь карта есть у меня. Хоть это хорошо. Ой, ёб твою а, мать. А, вот она. Андрюх. Ладно это. А чё я взял? Карта. Домика карта. Открыть карту. Гостиная. А здесь раньше был. Уже. В демке, кстати, в туалете был пистолет. Кто-то стучит. Откуда стучат? Стучит? Слышу. Да, я тоже стучу, слышу. Блять. Конченые. Алло, открывайте дверь, кто стучит? Кто стучит? Алло. Твари. Здесь так стучат громко. Я туда, я боюсь туда идти. Куда? Вниз. А! Вниз? Выстрел, да короче, пацаны. Давай, братан, с тобой пойду. Не-не-не-не-не. Я пойду лучше в домике смотрю, слышь? Блин, чё, в натуре вниз надо идти? Вообще опять вниз? Надо вниз опять идти. Блять. Ой, бля. Я просто... Андрюх, это вот, смотри, это херня такая, смотри. Вот в таких ошибках всегда таким. Да, я спускаюсь, брат. Вдруг я не пойду туда, там свои. Твою мать, там кто-то тут лазит, блядь. А, мне пофиг, я иду. Я тоже иду. А, это она идёт. О, здорово, здорово. Кувалда. А! С ноги левой правой. В табло дай ей.
правый. Ты там нихрена на нас швырнула, слышишь? Я вижу. Хило, да? Она на 3 пятна. Крючок что ли? Нифига, она с ножом! Она... Дубок! С ножом, блядь! Ну, бля! Сопротивляться! Как сопротивляться? А как? Я не знаю, как? Бить, это бить. Бля, руки у меня нету, братан. Она мне руку проткнула, блядь. Не, помоги, погоди, погоди, да погоди. Ёпта. Блядь, дура кончена, бей по рыжу. Дура, что ли, натуре? Да отними у нее уже. Че да нажимать? Боже, отними ты. Я не знаю, я пытаюсь. Я, короче, жму на все подряд. Я тоже. Она мне руку всю порезала. Мне тоже. Все, причем. Она очнулась. И че? Она сейчас дура. Бей, убей! Как она снова пробирается в меня. Слушай, в нее что-то вселилось, понял? Убирайся, остань. Она дура. Она дура, блядь. Она реально дура кончена. Три года, блядь, без секса, конечно, блядь. Три года без секса. Слышишь? Да, плохо. Упал, да, из-за силы, блядь. Давай. Пользоваться будем ситуацией. Использовать аптечку. А где нож-то? Аптечку. У нас есть аптечка, блин. Ребят, заебись вообще. Я помыл руку, нахуй, водичка святой. А нож-то где, в натуре? И что с ним делать-то нам? Я не знаю, я пытаюсь... Она поднялась опять! Твою мать! Поднялась? О, давай, что, дура, что ли? Ни хрена она нас швырнула, блин. Опять, что ли? Опять. А нож взяла. Опять, да, я вижу. Иди. Куда идти-то? Куда идти-то? Топор на паща. На. Подожди, а получи. Где топор? А, вот топор. Получи. Я ее убью, короче, мне... На автоблок. На автоблок. ПВП. Левый, правый. На. Как учили в детстве. Убил как свою дядя... телочку. Красавчик. Дядя Толик. Дядя Толик как учил. На. Да, друзья, вот. Я по хребту дал. Вот всё, так бывает. Убил. С ноги, добить, с ноги, убить. Либо ты, либо нет? Тебя. Ебут. Охренеть можно. Все? Она, надеюсь, мертва? Звони телефон. Катя, возьми телефон. Это... Возьми. Мася, а что, телефон звонит? Телефон, телефон, а где телефон? А где телефон брать? Я хрен узнаю, где телефон. Где звонит телефон? А, алло? я вижу. Нет, надо идти туда. Эф, я поднимаю телефон. Давай, сейчас. Это плохая идея, ну давай. Я поднимал. Давай, поднимай. Да, приходить. Давай. Кто это, блин, происходит? Hello. Зай, пойди. Чердак. Чердак, вот. Ну что, блин, происходит? Меня зовут Зоя. По идее, ты можешь пройти через чердак. Да, я очкую, это жопа. Иди чердак, туда, немедленно. Ооо, Андрю. Через чердак надо идти. Тот, а где чердак, братан? Да, вот кто здесь? Кто дверь открыл, да? Андрюх. А дверь открылась. Хе-хе-хе. Какая дверь-то хочешь? Тебе смешно? Не, мне не очень. Да, а труп где? Труп? Блядь. Какого нахрен черта здесь происходит, блядь? Опять я она. С топориком, проверяй. Короче, не понял. Я с топором. С топориком? Блядь, я теперь с топором, да. Мыся, а у меня нет топора, где он? Внизу лежит, ну, на полу лежит. А ты поднял его? Да. Сейчас подниму. Давай. Вот подожди там, меня, где ты убил, дверь открыли. Я знаю, я и говорю, что дверь открыли. Так, автосохранение сработало. Я тоже. Блять, я... Ну давай, чую. Теперь... Братан, теперь у меня топор, я вообще ничего не чекаю, давай, я просто вот так иду. Я вообще не сюда. Кто первый? На второй этаж. То второе. Я понимаю, да? Зеркало. Давай. Отражение не видно. Давай, второй, да, чердак. Сейчас будем воевать, не давай, я готов. Я так понимаю, два. Надо найти так... предохранитель. Да? Такого. Давайте сохранимся. Андрюх, кнопка. А, да? Да, давай сохранимся. Я сохранился. Так, а чё, Андрюх, продолжаем серию? Или. Да, продолжаем. Да, давай продолжаем, давай. Чё, куда идти? Надо чердак. Где чердак находится? Открыть чердак и думаю, на этом можно закончить. Да, а как открывать его? Вот я сам хочу узнать это. Это он звонит. Это возьми телефон. Открыть. А, во, нашел где? Некер. Вроде бы, сейчас. Иди на первый этаж, туда, откуда мы пришли с самого начала. Там будет шкаф. Ну. Порежь там цепочку, возьмешь оттуда предохранитель.
Шкаф, а где шкаф? В первом этаже. Самом... Бля, тёлка ходит. Она ходит, слышь? Какого хрена? Ты прикинь, она ходит. В натуре. Подожди. Подожди меня, друг, пожалуйста. Давай. Ты расскажешь ты мне, что ты сейчас делаешь. Я в шкафу беру что-то. Что-то взял. Предохранитель. Давай. Да, надо да, теперь все, иду обратно. Поставить гребаный предохранитель. Щиток. А я тебе о чем? Дура тупая, конченая. О. Как она жить? Жива-то, блядь, осталась. Мы все ебло разобрали. Братишка. Так, я вставляю, короче, предохранитель. Дальше. Вставляю. Вставил предохранитель. Давай. На тебе. Катя, возьми ты телефон. Вставил предохранитель? Я нажимаю кнопку. Предохранитель вставил? То есть, а где? Куда? В комнате. Куда это надо вставлять? Какую? Видишь, я же говорю, чекай все, ёпта. Ты не чекаешь нахрена. Я походу... Вниз по лестнице, на первом, иди, да, и вправо, да. И в комнату заходи, где ты телек смотрел. Да, понял. И там справа будет... Это он, я понял, я поставил, да, все, понял. Пошли. Поставил, все, поставил. Пошли. Все, куда? Наверх. Ой, блин! Бля, братан, подо... Чувствую, у меня жопа, давай, брат. Это он звонит. Катя. Телефон. Спокойно, это я. Ты дур. У него шея порез, скорее нажимаю. Она мне отвертку всадила в руку. Какого нахрен хрена здесь происходит? Это было больно. На нахуй. Руки. Минус рука, братан. Твою мать, она с бензопилой! Ты че, дура что ли? Техасская резня, бензопилой, блядь! Давай, ну давай, руки. Она мне руку пропилила. Отпилила руку. Я чудок, что ли? Не, походу, у меня еще пилит она. Да, пилит руку. Твою мать. Отпилила руку, заебись, у меня кисти нету, блядь. Как буду теперь дрочить? Правой рукой. Твою мать, она мне руку на туре отпилила. Ты что, дура, что ли? Ей смешно, а мне не очень. Какого нахрен? Вставай, игра? Вставай. Рука! Я тебе руку взял свою. Слышь? Руку взял? Серьезно? Да. Он истекает кровью, ему надо чем-то руку перевязать, ёпта. Чем ебать? А что есть-то? В смысле, а где? Не знаю. О, я открыл! Лестница пускает. Чё открыл? Какая, где? На чердаке. Давайте. Наверху. Сохранимся, ёпта. Я тоже сохранюсь сначала. Реально отпилил мне руку, блядь. Бензопилой. Так мне тоже, бля, друг. Сука, дура, что ли, ёпта. Сохранить нахуй. Я на чердаке. А это можно удалить? Ладно. Подожди, дай я кнопку нажму. Нет, я сохраняю на ту же, на которую я сохранял. Все, у меня тоже чердак открывается. О, манекены. Так, подожди, патроны. Подожди. О. Чёрный вот пистолет. Вот, я руку обработал. Руку я. Подожди. Я только достаю. А, да, сейчас я тоже пистолет. Окей. Okay. Ладно. Fine. Прицелиться, атаковать. От перезарядка. А как руку проработать, Андрюха, забыл? Control. А мне, ну, видимо, давай. Нормально все с рукой. Давай, тварь. Сейчас я тебе... Ой! Бля, патроны расходовал. Ну давай, тварь. Поиграем теперь в кошки-мышки. Давай, я в КС-ку играл, блядь. А на кого ты? Я в Warface играл три. Warface 4 года, ёпта, правильно? Я Warface 4 года играл, мне по барабану хоть чё, давай, выходи ко мне. CSGO, ёпта, тоже 4 года. Я ухожу. Я в окошко лезу, в окно. Бля, не забыла. Андрюх, там она. Ты чё, дура, что ли? Здорово. Стреляй в неё. Стреляй. Давай. Должна её остановить. Кого её-то? Жбан, стреляй. Раз голову. На, ваншот. У него антихэт. Ваншот, антихэт. Пацаны, это антихэт. Перезаряжай, говно. Бегом. Патроны. Да умри ты. Твою мать, дура. Да, и она меня пилит. Бля. Да сдохни ты, ёпты, дура. Дура тупая. Она меня походу убила. Еще есть топор. Ну давай, говно, меня напополам порезала, ёпки. О, я убил, все. А меня напополам порезала. Хорош. Все, я пахнул я. Подожди меня. Где? Теперь. Жду, братан. Повтори попытку. Подожди, брат, и добить. На, сука.
и в хрип, и по жопе. О, слушай, бля, давай мышь заносить. О, тут 18+ уже, нет, ладно, не будем. Нас дети смотрят. И голову. Типа, бля, не? Нельзя? Жесть. Сёдрух, тут, видимо, мы сохраняемся. О, бля! Чё там, чё там, чё там? Я... Сейчас увидишь. Не хочу рассказывать просто. Понял. Беги, беги, беги тогда. Блять. Ну тут и надо видео. Сейчас Андрюху жду, и мы сохраняемся. И бубо, и все, пока что серию хватит. Ох, о, Андрюх, меня тащит. Стреляй, стреляй, стреляй. Давай, беги, 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 дура. Давай, давай, братан. Сколько мне надо успех? Не знаю, но меня тащит куда-то. Рано радуешься, сучка. Я тебя пристрелю к чертовой матери. Черный экран пока что. ПВП. А как? Ну. А, вот. На, на, дура, я в нее. Мне руку сделали. Стрелял 30 раз, ёпта. Мне руку чем ты сделал? Дожди. На, режь, режь. Я ее порезал, все? Андрюха там воюет, блядь, а я тут на кресле качалки сижу. На, блядь, на кресле качалки, сука. Я бы помог, да ёпта. На, ты, сучка. На, получай, получай, сука, как Патя учил, блядь. О, мы, ло, Андрюх, мы хаваем. Пальнул ее что ли? Мне, я мне пальнул. Еду кидал. Ты лофнись. Тут... Я его шатал. Все что ли? Андрюх. Все что ли? Изи. Тебе рассказывать ничего. Это прям изи, ёпта. Я просто... Так, я ем, перезарядка, брат. Перезарядка, давай, 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 перезарядка. Андрюх, слышишь? Бля! Да завали! Опа, пуля! Все что ли? Андрюх, ты вот это... изи? О, дед! Ты ваш прикол? Ах, ебло! Мне попадали, блядь. Какого черта, блядь? Андрюх, мне тут жратву дают. Я кушаю, братан. Давай, смотрим, что дальше. Ебать. Так, я на улице. Меня тащат. Зашибись. Куда ты меня тащишь, козёл? Ты куда пошла? Миссис Тётька. Блядь, я-то жру. Какого чёрта здесь происходит? Блядь, дурак. Блядь, я пока ничего не понимаю. О, боже. Я вам напоминаю, это Resident Evil 7. И вы в этом не виноваты. Тебе смешно, мне не очень. Только не вздумай нам тут умереть. Ничего не понимаю. Она мне руку степлером захерачила. Ты чё, дура? Как можно руку степлером цепить, блядь? Там пацану руку отрезали, заебись. Бабуся вообще лизит, отдыхает, блядь. Как можно руку пришить степлером, блядь? Не знаю, вот мне то же самое. Ты чё, бабуля охренела, что ли? Смотри, я с бабусей сиду, тут ем ужин. Бабуля, нормально? Кишечки, мозги, о, пацан какой-то. Ого, я встаю. Слушай, я встал. Ой, блядь. Дальше, подожди. Чё, давай, это, ты чё, давай сохраняться? Кидает меня. Чё еду кидаешься? А дурак. Я, короче, сохранился. Блядь, что это? Да, он мне кидается. Так, ну чё? Он ему руку в натуре отпилил, так. Я тебе руку отпилил. А боль, ты как, нормально? Что происходит? Парень должен поесть, дай ему поужин. А ты живая что ли, бабуль? Ну-ка, парень, я давай, не стесняйся. На! Уже кисичек. При свечах можно? А чё я жру, хотя бы? Джек, он не ест! Он не ест! Друг, слышишь, чё, давай тут уже сохраняемся и всё. Я смотрю ролик. А, смотришь ролик? Я тут с бабусей этот... Пою Белый Май и бабуля. Пью... А, я, короче, с ней этот, рюмка водки на столе пою. Здорово. Да, и пью чай с ней. Нож, ты чё, охренел, что ли? Алло. Что он мне сделал? Мне язык ух, отрезал? Ух, как нос. Да, братан. В натуре? Ты дурак, что ли? Зубы тебе покромсал. Стоп его. Не бойся, это опять тут кол. Чёртовы легавые. Какого хрена здесь так, вообще происходит? Давай, Андрюх, я тебя жду. Ты давай, доходи. Ну, точнее, все, то есть... Ты все, встал уже, нет? А где здесь? Или досмотришь ролик? Не-не. Ну он тебя автоматически сохраняет. Сейчас, ролик кончится. Бабуля, ты что, сдохла? Не-не, она нормально, там на меня, он рюмка водка на столе поет. Все, что ли? Я как пока поесть надо. О, пиво. Ой, я упал. Ладно, не будем.
Во, давай, сейчас вставай и все. Руку привязали, и работает она у него? С степлером? Да, братан. Так, друзья. Травку взял. Ну вот на этой вот. На этом надо заканчивать. Худенькой бабули, которая, походу, откинула коньки, блядь. Не, она живая, ты повернись, по другой стороны. Блядь, подойди. Мы закончим, короче, сегодня на туре. Серию пока что. Она упорная, походу. Рюмка водка на столе поет. Ладно. Серию пока закончим. Ладно, заканчиваем первую серию, друзья. Да, завтра будем проходить вторую часть. Вторую Всем серию. Спасибо. Будем начинать вторую серию. За просмотр. Да? Да. Но мне напоминаю, это был Resident Evil. И мы проходим его с Никитоса. Всем пока. Удачи. Всем удачи. Бабуля, попрощайся. Пока-пока.